В День знаний на Одинцовские улицы вышли 5-й класс и 2-го лицея. Учителя уверены, что урок мужества – это достойное начало учебного года. А ведь все знают, 5-й класс – дело серьезное. Какие у тебя предметы самые любимые? Литература, окружающий мир, рисование. Окружающий мир, литературное чтение. Еще я хорошо читаю. Школьники посетили мемориал Вечного огня, Одинцовский краеведческий музей, памятные доски героев Советского Союза. Ребята не постеснялись озвучить и пожелания на будущее. Я бы хотел посетить музей военной техники. В районном доме культуры школьники получили возможность побеседовать с участниками и свидетелями боевых действий. Встречу организовал Совет ветеранов Одинцовского района. Эта организация занимается важнейшей социальной работой, а энергии, с которой ее участники принимаются за новые начинания, может позавидовать и молодое поколение. У вас впереди большой путь, большой жизненный путь, и каждый из вас выберет свой путь. Кто-то будет ученым, кто-то архитектором, кто-то свяжет свою судьбу со службой в вооруженных силах и будет защищать наше Отечество. Но всем я вам желаю мирного неба над головой, чтобы все ваши мечты воплотились в вашу жизнь. Совет принимает участие в праздниках и концертах, открытиях мемориалов. Его члены совершают совместные поездки по местам боевой славы и, главное, позволяют ветеранам чувствовать, что они не покинуты, не забыты. Ребята поговорили с участниками Великой Отечественной войны, Карибского кризиса, с членами боевого братства. Множество вопросов и интерес на лицах лучше всего дают понять, насколько удался урок мужества. Святослав Савенков, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».